Привет. Начнем. Длина баскетбольной площадки 28 метров. Защитник «Локомотива Кубани» Максим Григорьев умеет быстро и четко анализировать ситуацию. Он понял, что по воздуху мяч от кольца до кольца долетит быстрее. Поэтому, попытав удачу, он бросил через всю площадку и попал. Максим Григорьев. Настойчивость Мариуса Рункаускаса, его упорство и желание самому поставить победную точку в матче против «Смоки Минск» помогли его команде одержать победу. На последних секундах он успел залезть под блокшот, подхватить мяч, отскочить на трехочковую линию и совершить победный бросок. Терпение и труд – все перетрут. Дебютант Единой лиги ВТБ «Красный Октябрь» одержал яркую победу в Минске в первом матче сезона. На последних секундах овертайма Виктор Карберт решил исход встречи своим точным попаданием. Президент и главный тренер «Красного Октября» не смогли сдерживать свои эмоции. Они радовались, как дети, катаясь по паркету. Вы когда-нибудь видели такое? Третье место – радость президента. Мистер хит-парад Рэнди Калпеппер порадовал целой россыпью эффектных моментов в этом сезоне. Ему надо было не просто забить, а забить красиво, так, чтобы вызвать восхищение у болельщиков. В его исполнении баскетбол можно сравнить с цирковым искусством. Жалко, что он уехал, иначе бы он был одним из главных героев моего рейтинга. Так что ждем с нетерпением возвращения Рэнди в следующем сезоне. Второе место – Калпеппер Шоу. Первое место. Конечно же, Джеймс Агастин и его победная бомба в кольцо ЦСКА. В этом эпизоде Джеймса Агастина можно сравнить с Суперменом. Чуть больше, чем за 2 секунды, он сумел перехватить мяч, пересечь всю площадку и совершить сумасшедший бросок, который принес его команде победу. Эмоции захватили абсолютно всех. И болельщиков, и тренеров, и даже комментаторов «России-2». Первое место. Джеймс Агастин.